мешочек вот таких вот яблок стоит $10. $10, а вес 4,54. 4,5 килограмма, $10 яблок. Это самые дешевые я сняла. Тут вина, картошка. $10 мешок большой. Картошка, лук. Чьи-то покупки. Посмотрю, сколько лук стоит. 7,50. Синий тоже 7,50. Наверное, вес поменьше. 7,50 синий лук. Или красный, какой он там. Вес 3,63 килограмма. 3,600 вес. 7,50. Ой, $8. Этот 7,50. А красный 8. Вес в нем не написан. Не нашла я, короче, вес. По ощущениям 5 килограмм, короче. Разноцветная картошечка в маленьком мешочке. На оливье. Красный с белой. $8. Картошка красная, картошка белая. Все в одну цену. $12, $11. Яблоки 7,50. Я хочу зайти. Хочу зайти в отдел, где очень холодно. Продается Fresh Produce. Грибы 4 бакса. 679 грамм 4 бакса. Это шиитаки. Бэйби. Портабелла. 679 грамм 4,50. Вот еще грибы для запека. Это большое портабелла. А то было маленькое портабелла. 509 грамм, $5. Морковка. Что у нее цена? А, органик кэрот. Органик почищенный кэрот. 5,50, большой мешок. 2,27 килограмма. Они почищенные. 4,5 килограмма стоит 6,50. Огурчики пиклс. $5. Маленький мешочек. Салаты всевозможные. 5,50. Большой мешок. Кали. Не беру я такой домой. Я летос беру домой. Вот такой салатик я беру. Это романский. Романский салат. 4,79. Фрукты. Салаты. Кукуруза. О, привет. Пойдем снимать фрукты. Дай руку. Порезанные яблоки только. Виноградик. 7,50. $8 большая коробка. Один килограмм, 800 граммов, стоит $8. И разного цвета он. Этот 7,50. Этот, это короче, 7. Кишмиш. Черешня у нас сколько? $9. Вес 908 граммов. Этот черри... Это вкусные, красные. Этот черри 1 килограмм 360 граммов стоит $9. Может, возьмем домой, а? $9, Аня. Возьмем? Да. Ну, тогда цепляй скорее. Пошли. Ты будешь черри есть? А? Будешь кушать черри? Ежевика $5. 300 грамм. Клубника $5. Сколько? 2. А, ну короче, 900 грамм.
Блюбери, $5, тоже 900 грамм. Маленькая блюбери, 4,50. Пошла я, мне здесь холодно и замерзла. Бананы, органик, $2, полкило. Помидоры, 5,79. Вот такой вот ящик. $5. Грейпы, наверное, помидорки. Тортик. $16, тортик с фруктами. $16. Рыбный отдел. Уцененная рыба. Сальмон филе $10. Нет, она не уцененная, она такая и есть. Половинка выходит на 24, на, две половинки 31, 8 здесь за полкило. Вот тунец, $15, $26 получается два таких кусочка. Ракушки. $20 мешок устриц. Или что это такое? Little clams называется. Будем считать, что устрицы. Вот $8 полкило. $21 большой филешек такой. А мы рыбу не будем брать? Дорого. А? $4. Сейчас. $4. Что за рыба? Это обычная рыба. Таут. Я не знаю, что такое таут. Это форель, да? Ну, по, вид, по виду форель. Называется таут. Что вы взяли? А, тут еду раздают. А вы сами-то кушали? Да. Мариша не захотела. Не захотела? Это равиоли? А с чем внутри? Сыр. Пельмешки. Офигенный вкус. Я сама все, как Мариша не хочет. Ну, Аня, на тебе. Скушай и скажи, как оно на вкус. Равиоли внутри сыром. Сырно. А сыр? Дали. Офигенный сыр. Куры. Мясо. Ну, пойду куры поснимаю. Две курицы, 11,74. Филешки куриные. Филешки $22. Они в порционных упаковках. Свиные ребра $27, это очень дорого, в Walmart 15. Колбаски. Что это такое вообще? Биф брикет. Ой, $18 такой брикет. Сосиски. $12.99. Ой, а где ж на сосиски цена? Гауда сосич. Гауда сосич. $12.99. Вес у него. А, это за паунд. Короче, долго считать. 3,59 за паунд. Клобаса. Тут много таких колбасок, а стоит оно 11,20. Дешево сердито. Еще клобаса. $15. Ну да не, эти равиоли. Здесь нет пельменей. Не продаются они. Но равиоли это что-то близкое.
В равиоли могут запихнуть какой-нибудь шпинат. 10 баксов. Что здесь? Бит. Свеклу в равиоли могут запихнуть. Лобстеров. Равиоли с лобстерами. С моцареллой. Вот мы такие попробовали. Кстати, ништячок. Это сыр. Смешной. $5.99. Рыбка такая, $5.99. Я такую возьму. Здесь 2 паунда. Сколько здесь паундов? Вес 341 грамм. 291 грамм рыбы и 50 грамм соуса. Короче, я возьму такой домой. Селедка в банке. Вид у нее мерзопакостный. Я не знаю, что с ней делали. Не понимаю я такую селедку. Сколько стоит, цены на нее нет. Офигеть. Одна стоит 6, а двойная упаковка уже 15. Блинчики с чем-то, с какими-то овощами, $10. Это какие-то пироги для микроволновки. Мясо. Да. Это, короче, индейка. $15 кусок. $10 такой кусок хема. Это лучше такой хем брать, чем колбасу. Потому что в колбасе не пойми, что намешано. Салаты. 4 бакса уже с соусом, с лимоном. Соус, лимон, сыр, сухарики. 2 соуса. 2 лимона. Да. Красиво. Пицца. Пицца с сыром. Целая. $9. Белый и обычный. Пицца с мясом. Цены нет. А, вот цена. Тоже $9. Пицца с колбасой, $9. Маленький помидор. Это все салатики. $10, кстати. С вареным яйцом и с клюквой. Это еще какой-то салатик. Grain vegetable. Это, короче, проросшие зерна с овощами. $10.50. О, что это там? Лаваш с колбасой. Прикольно. $10. Я не пойму, у меня прицел сбился.